ночи ничего не изменит, если можешь. Пойми, это твой последний, твой последний крик. Разделяешь с тобой, скользя по стекам. Я Евгений Мазур, и я профессиональный дипломированный преподаватель ударных. И прямо сейчас я дам вам первый урок. Урок, как правильно выбрать себе преподавателя. Если преподаватель говорит, что грув — это магия, а музыка — эзотерика, и чтобы играть качево нужно поймать дзен или достигнуть нирваны, то знание этого преподавателя на уровне средневековья. Такому преподавателю еще нужно пережить темные времена, охоту на ведьм и серьезно позаниматься. Если преподаватель говорит «повторяй за мной», а на вопрос «почему именно так» отвечает «я опытный, я знаю» или ссылается на заветы Бадди Ричи или Джорджа Мейера, такой преподаватель – эмпирик. Возможно, он и обладает неплохим опытом, но постановку вам придется переучивать заново еще несколько лет. И это будет весьма мучительно. Настоящего преподавателя отличает грамотный терминологический аппарат, базовые знания физики и биомеханики, ну и филигранная техника. Попросите своего преподавателя сыграть под метроном 32 ноты в самом распространенном темпе 120 BPM. Продержать хотя бы 4 стандартных такта. Это и есть показатель техники, которую он вас научит. Давайте учиться играть по-настоящему, а не относить деньги в сомнительные барабанные школы. Рок-метал.